Ну что, начинаем наше занятие. Сегодня мы разберем, что такое термодинамические коэффициенты. И после этого мы будем уже начнем обсуждать статистические свойства и вообще подход, статистический подход к изучению систем многих частиц, систем многих тел, реальных термодинамических систем. В чем он заключается? И разберем пример, на котором будет видно, что такое энтропия. Так, ну, термодинамические коэффициенты. Вы с ними уже встречались, по крайней мере, уже на наших лекциях. Это одним из примеров является теплоемкость, например, ЦВ и ЦП. Это типичные термодинамические коэффициенты. Это есть производные от одних термодинамических величин по другим. При постоянном либо объеме, либо давлении, в зависимости от того, какие у вас условия. Как вы помните, теплоемкость зависит от того, в каком процессе она меряется. Но кроме того, есть еще другие коэффициенты, которых вы знаете. Это теплоемкости. Есть коэффициенты, которые связаны с изменением объема при изменении давления. Каппа С есть минус единица на В, ДВ по ДП. При постоянной энтропии. Вот эти две величины, они характеризуют сжимаемость системы. То есть, насколько у вас меняется объем системы при увеличении давления. Ну, объем, естественно, уменьшается, если вы давление увеличиваете. Поэтому здесь стоит знак минус, для того, чтобы они были положительными. То есть, это еще сжимаемости. Ну и кроме того, есть еще явление температурного расширения. И соответствующие коэффициенты – это коэффициенты объемного расширения альфа t равное… Так, тут тоже объем стоит, да? Да, альф, не альфа t, альфа p, естественно. Это есть единица на v. ДВ по ДТ при постоянном давлении. То есть вы берете сосуд, в котором с помощью поршня поддерживается постоянное давление в газе, и дальше меняете температуру и смотрите, как меняется объем. Вот это коэффициенты объемного расширения газа. Ну и, соответственно, это система открытая, у которой температура, система открытая, но, в принципе, вы можете систему теплоизолировать. И тогда коэффициент расширения у вас уже будет зависеть не от температуры, а он будет, это есть ДВ, так, фактически это ДВ по ДТ в теплоизолированной системе. ДВ по ДТ в теплоизолированной системе. В теплоизолированной системе температуру также можно менять, совершая работу фактически. Так, ну вот это примеры.
термодинамических коэффициентов. Сколько вообще всего этих коэффициентов есть? Эти коэффициенты, чем они выделены? Они выделены тем, что их можно померить экспериментально. У вас на самом деле имеется сколько термодинамических переменных? У вас есть давление, объем, температура и энтропия. Поэтому, в принципе, есть еще производные ДС по ДВ при постоянных там, давлении или ДС по ДВ при постоянной температуре. При постоянной, да, температуре. Вот. Ну, из этих четырех переменных вы можете составить 12 производных. Понятно, да? В разных комбинациях. Поскольку у вас еще есть там требование, что у вас есть еще что-то постоянное, то как раз у вас будет 12 вот этих производных. Давайте я их выпишу вот в таком виде, эти производные. Значит, ДВ по ДП при постоянной температуре, ДП по ДТ при постоянном объеме и ДТ по ДВ при постоянном давлении. Значит, вот это, вот эта тройка, вот все три комбинации, составленные из вот этой тройки переменных, они, вот я их записал так в одну строчку. Дальше теперь выбираем другую тройку, С, Т и В. Еще три производных выписываем. ДС по ДТ при постоянном В. ДТ по ДВ при постоянной энтропии и ДВ по ДС при постоянной температуре. Ну и, наконец, еще две пары. Если вы возьмете С, В и П, и еще, что там у нас еще было? Это было СТВ, дальше есть СТП и СВ. СВП. СВП. Так. Поэтому еще вот здесь появятся такие производные ДС по ДТ при постоянном давлении, ДТ по ДП при постоянной энтропии и ДП по ДС при постоянной температуре. Ну и, наконец, еще одна возможность, чтобы выбрать все, что у нас возможно. Это ДВ по ДП при постоянной С, ДП по ДС при постоянном В, ДС по ДВ при постоянном давлении. Ну вот, собственно, все 12 я перечислил. Теперь, почему я вот в таком порядке их написал, сейчас будет видно. Первый вопрос. Значит, эти 12 коэффициентов, они все независимы или нет? Нет. Конечно, они все не могут быть независимы, потому что у вас есть, по крайней мере, есть уравнение состояния, которое связывает эти переменные. Поэтому эти все переменные не независимы. Значит, я их выписал в таком виде для того, чтобы получить отсюда, сколько их тут, 4 строчки, будет 4 уравнения, которые их будут связывать. Эти уравнения выглядят очень просто. Значит, если вы возьмете и перемножите все вот эти величины в строчки, то вы получите минус единицу. И точно так же здесь. Все они дают минус единицу. Чтобы это увидеть, ну давайте вот верхнюю посмотрим, как это получается. Чтобы это увидеть, давайте просто распишем эти производные через якобианы. Тогда первое будет ДВТ по ДПТ умножить на D от ПВ
D от T V. И здесь стоит D от T P на D от V P. Ну и видно, что у вас вот тут стоит ТП, тут стоит ПТ, тут стоит ВТ, тут стоит ТВ, тут стоит ПВ, тут стоит ВП. Три пары, каждый если вы их сокращаете и поменяете местами, то вы прям получите, что это равно минус единица. Это сокращается с этим, дает минус один. Это сокращается с этим, дает минус один. И это сокращается с этим, дает минус один. Получается минус единица. То есть вот у вас есть четыре соотношения. Но это еще не все. Можно еще получить соотношение между ними, воспользовавшись основным термодинамическим тождеством. ДТС по ДПВ равно единице. То есть это уже пятое. Так, и теперь, если мы сюда еще можем вставлять какую-то пару переменных ПТ или там ВС или там ТВ, ТВ, ТП, что-нибудь, то вы получите еще вместе с этим еще, так, тут у нас сколько, 4, и еще получите, еще 5 получите уравнений, потому что, смотрите, у вас тут имеется 4 переменных, это означает 6 пар, ну, и одна пара уже использована, поэтому останется 5 возможностей. Ну, например, вот я беру следующее, ДТС, так, а здесь я напишу, так, сейчас я посмотрю, какую лучше, например. А, ну, например, такую. D, T, V на D от T, V по D, P, V. Это по-прежнему равно единице. Ну, как видите, вот здесь образовалась производная DS по DV при постоянной температуре, а здесь D, что тут? DT по DP при постоянном объеме. ДТ по ДП при постоянном объеме. Ну вот, подставляя все возможные пары сюда, вы получите еще 5 уравнений вместе с этим. Вместе с этим 5 уравнений. Итого, вы имеете 9 уравнений на 12 коэффициентов термодинамических, на 12 величин. Это означает, что у вас независимых остается только 3. Только 3 независимых. А все остальные друг через друга выражаются. Ну, в качестве независимых, что можно взять? Что можно взять в качестве независимых? Ну, в качестве независимых обычно берут теплоемкость, сжимаемость. Ну, в общем так, один коэффициент. Вот, скажем, CV, КПТ, ну и вот этот коэффициент температурного расширения при постоянном давлении. Вот эти 3 коэффициента, они хорошо меряются. Ну и поэтому все остальные с помощью вот этих вот тождеств выражаются через вот эти 3. Ну и в этом смысле у вас CP и CV тоже не являются независимыми, потому что CP можно выразить через CV. Ну и самый простой способ, как это выразить, он заключается в следующем. То есть можно, конечно, крутить вот с этими якобианами все это дело. Но есть способ проще. Давайте рассмотрим. Значит, вот вам нужно ТДС сосчитать. Ну и давайте будем... У вас есть 3 переменных, от которых S может зависеть. Это P, V и T. Но ясно, что поскольку у вас есть уравнение состояния, то, опять же, независимыми являются только 2. Ну, поэтому можно, например, расписать это, считая, что у вас тут независимыми переменными есть T и V. И тогда это можно написать как T ds по dt при постоянном объеме на dt плюс T ds P
по ДВ при постоянной температуре на ДВ. А можно рассматривать ее как функцию. Так, давайте я напишу ТДС как функцию Т и П. Другую пару взять. Тогда это записывается как Т на ТДС по ДТ при постоянном давлении на ДТ плюс ТДС по ДП на ДП. Ну и поскольку у вас эти переменные эквивалентны, вы можете одни через другие выражать, то у вас все вот эти выражения, они равны. То есть ТДС в этих переменных и ТДС в этих переменных, они одинаковы. Они одинаковы. Поэтому вы можете поставить здесь знак равенства между ними. Знак равенства между ними. Ну а дальше смотрите. Давайте мы возьмем, выбираем. Пусть у нас ДП положим равным нулю. Фиксируем давление. Тогда у нас сразу получается следующее. Вот здесь у вас стоит ЦВ. ЦВ. ЦВ на ДТ. Плюс Т. ДС по ДВ на ДВ равняется ЦП с этой стороны, и все. ЦП. ЦП на ДТ. На ДТ. ЦП на ДТ. Ну и разделив на ДТ, и помня, что у вас здесь мы получаем производную ДВ по ДП, откуда ЦП равняется ЦВ плюс Т на ДС по ДВ при постоянном, что тут было, при постоянной температуре. Да, при постоянной температуре. И здесь стоит ДВ по ДТ, которое вычислено при постоянном давлении. Вот это простейшая связь. Теперь величина ДС по ДВ не меряется, неудобно, поэтому от нее лучше избавиться. Ну что такое ДС по ДВ? Давайте вспомним термодинамический потенциал, свободную энергию. ДФ, его дифференциал есть минус С ДТ минус П ДВ. Дифференциал свободной энергии. Ну, отсюда видно, что вот эта величина ДС по ДВ есть не что иное, как смешанная производная, вторая, от свободной энергии. То есть вот эта величина ДС по ДВ при постоянной температуре есть не что иное, как D2F так, по ДВ ДТ. По ДВ ДТ. Так, только со знаком минус, поскольку S есть минус df по dt. Так, ну а теперь, поскольку смешанная производная в любом порядке будет, может вычисляться, давайте мы ее вычислим в обратной порядке. То есть это равно, в свою очередь, минус d2f по dt dv. Ну а минус df по dv – это есть давление. Поэтому это равно dp по ДТ при постоянном объеме. Ну и все. Тогда мы просто сюда подставляем. Мы видим, что у нас получилась связь, что это есть ЦВ плюс Т ДП по ДТ при постоянном объеме В и умножить на ДВ по ДТ при постоянном давлении. ДВ по ДТ при постоянном давлении. Ну и давайте посмотрим. Значит, мы для идеального газа уже получали, что ЦП минус ЦВ было равно, для одного моля было равно молярной константе. Но тогда в общем случае оно было просто равно. Ну давайте возьмем действительно 1 моль вещества и посмотрим, чему будет это равно. Для одного моля у идеального газа
вам уравнение состояния выглядит так. ПВ равняется РТ. Ну тогда ДП по ДТ при постоянном объеме это есть R поделить на V. А ДВ по ДТ при постоянном давлении есть R, поделенное на P. Правильно? Ну все, подставляем это сюда. И видим, что это равно CV плюс T. А здесь стоит, значит, R квадрат поделить на PV. Ну а поскольку PV равно RT, то прямо видим, что это равно CV плюс R. CV плюс R. Ну и вообще вот это вот общий принцип, каким образом можно переходить от коэффициентов, которые содержат энтропию и которые вообще неизмеряемы, через какие-то более наблюдаемые коэффициенты, более измеримые, либо те, которые можно вычислить из уравнения состояния. Общий принцип здесь простой. Скажем, ну можно еще вот здесь. Вот здесь можно по-другому. Общий принцип такой. Вот мы здесь через вторую производную, а можно это вот так сделать. Я запишу эту производную как dst по d, что тут, vt. А дальше с помощью вот этого соотношения я st заменяю на vp. Это равно dvp по dvt. Ну и как видите, опять получилось, что это равно dp по dt при постоянном объеме. Ну и вот это общий принцип, как избавляться от энтропии. Как избавляться от энтропии в коэффициентах. Либо так, значит, либо через вторые производные. Ну вот. Значит, что еще можно? Да, теперь мы уже вычисляли, что, что dE по dV для идеального газа равна нулю. dE по dT. dE по dT. Нет, dE по dV, конечно. dE по dV вычисляем при постоянной температуре. Она у нас была равна нулю. Давайте еще попробуем посмотреть, чему равна так, dCV по dV. Как CV зависит от объема? Как зависит от объема CV? Теплоемкость. Значит, смотрите, да, давайте так пишем. Что такое dCV по dV? Естественно, это при постоянной температуре берется. Это есть T на d по dV от dS по dT по dT при постоянном объеме V. А, да, еще все это потом берется при постоянной температуре. Можно вопрос? Да. Как это так? Сперва это физически, что ли? Или как?
Нет, это вы просто вычисляете производные, считая... Это к физике привязано как-то? Конечно, привязано. Конечно, привязано будет. Сейчас вы увидите. Пока что мы занимаемся исключительно математикой здесь. Здесь мы просто работаем с функциями нескольких переменных, и все. Эти индексы можно было бы не писать, потому что, в принципе, в математике подразумевается, что если я пишу частную производную, то все остальные переменные будут считаются постоянными, не меняются. Но поскольку у нас процессы могут быть разные, и переменные могут быть разные, поэтому удобно указывать, что здесь будет такое. Так, ну теперь, значит, смотрите. Опять... Да, значит, поскольку, значит, тут видите, это функция двух переменных S, T и V, давайте мы поменяем порядок. Порядок. Мы можем написать, что это есть T на D по DT. Опять же, это смешанное производное, поэтому просто меняем порядок. От DS по DV. Так, это берется при постоянной температуре, а потом вы фиксируете объем и дифференцируете по температуре. Поменяли порядок дифференцирования. Ну а теперь, значит, поскольку мы знаем, что ds по dv это есть, что там, dp по dt, dp по dt при постоянном объеме, то мы видим, что это есть величина, есть t на d2p, по dt квадрат. D2P по dt квадрат. При постоянном объеме. D2P по dt квадрат. Ну и все. Теперь видно, что если ваше уравнение в состоянии давление пропорционально первой степени температуры, то тогда эта величина равна нулю. То есть теплоемкость не зависит от объема. Ну и действительно, в газе теплоемкость от объема не зависит. Она зависит только от числа частиц. Только от числа частиц. Так что, в принципе, вот эти многочисленные производные, они все на самом деле не слишком страшные. Их на самом деле не так много. Реально являются, значит, вот скажем, вот эти три являются основными. Ну и дальше только некоторое время требуется, чтобы любую вашу величину, которая вас интересует, выразить через вот эти коэффициенты. Эти коэффициенты хороши тем, что вот здесь, вот по крайней мере, они, зная уравнение состояния, вы эти коэффициенты сразу вычисляете. Так, ну вот это то, чего... Я хотел сказать про термодинамические коэффициенты. И теперь у нас самое время перейти к некоторым статистическим принципам, которыми мы дальше будем широко пользоваться и рассмотреть некоторые простые модели статистические. Значит, первое, что я хотел бы... ввести понятие, это понятие статистического распределения или вероятности события. Понятно, что когда вы имеете газ, в котором содержится там 10 в 20 или 21 или 22, тут уже, в общем, все равно, в какой степени, когда это в районе 20, то вы не можете проследить за индивидуальными частицами. За индивидуальными частицами проследить невозможно. Ну, поэтому понятно, что вы можете мерить только какие-то усредненные характеристики. Ну, например, ловите частицу с такой-то скоростью, модулем скорости, или с энергией лучше всего. Смотрите, какая у частицы энергия. Ловите частицу с энергией Е. И смотрите... Сколько у вас
Значит, обычная постановка эксперимента. Вот вы меряете, поймали частицу с энергией. Давайте энергию одной частицы обозначать буквой эпсилон. Эпсилон 1. Второй раз померили. Получили эпсилон 2. Ну и так далее. Вы померили, скажем, Q раз, получили какой-то набор эпсилон 1, эпсилон 2, эпсилон 3, эпсилон Q. Значит, вот Q раз сделали измерение энергии. А дальше смотрите, сколько событий у вас попало в интервал какой-то ваш фиксированный между энергией эпсилон и эпсилон плюс дельта эпсилон. Вот вы смотрите, сколько частиц попало. Считаете. Ну, сосчитали. Видите, что тут попало частиц n, ну и оно является функцией эпсилон вот этой. Вот столько частиц попало в измерение в этот интервал. В этот интервал. Ну, тогда величину p от эпсилон, которая есть n от эпсилон, поделить на q, можно назвать вероятностью обнаружить частицу с энергией эпсилон в интервале эпсилон и эпсилон плюс дельта эпсилон. Причем понятно, что если у вас q конечная, то у вас вот эта величина, она будет, в общем-то, меняться, флуктуировать. Потому что один раз вы набор q померили, у вас столько-то раз получилось в этом интервале частиц событий. Другой раз у вас будет другой набор. Но если у вас есть возможность устремить q к бесконечности, то в бесконечном наборе у вас эта величина перестает флуктуировать и выдает вам вот эту функцию от эпсилон, которая есть распределение частиц по энергиям в газе. Распределение частиц по энергиям. И вот дальше с этим распределением вы можете уже считать какие-то средние характеристики. Потому что если это вот функция, если вы хотите сосчитать среднюю энергию частицы эпсилон, то вы смотрите, сколько у вас частиц с энергией эпсилон 1, n1, плюс эпсилон 2, n2, плюс и так далее. Вот вся сумма, давайте я по i напишу, i. Где i – это фактически характеризует величину вот этого интервала от эпсилон до эпсилон плюс до эпсилон. И если вы делите это на q, то вы получаете среднюю энергию. Ну, если у вас эти интервалы действительно стремятся к нулю, то это в пределе, когда q стремится к бесконечности, переходит в интеграл от эпсилон p от эпсилон d эпсилон. Ну, по всему интервалу энергии, который у вас доступен, которые могут иметь частицы. Вот это означает, вот так вы можете определить средние характеристики системы. Ну и только такие средние величины у вас имеют смысл. В системе многих тел, в системе многих частиц. Теперь дальше. Ну, вообще говоря, понимаете, вот все вот это распределение для каждой величины, они будут получаться разными. Они свои для энергии, они другие будут для скорости, они будут там, ну, еще для каких-то характеристик газа. Каждая величина физическая будет иметь свое распределение. Это, конечно, не очень удобно, иметь дело с многими распределениями. Хотелось бы как-то это унифицировать, процедуру. Поэтому давайте мы изменим постановку эксперимента и будем мерить не конкретную величину, а будем смотреть, поскольку мы знаем, что все-таки у нас есть
квантовая механика есть, значит, что система находится всегда в каком-то квантовом состоянии. Поэтому вместо того, чтобы мерить какую-то конкретную величину, давайте мы будем определять вместо вот этой величины, в каком состоянии L находилась ваша система. Где это L – это квантовое состояние. Какое-то такое квантовое состояние, которое характеризуется большим набором квантовых чисел, поскольку у вас система многих тел. Это включает большой набор квантовых чисел. Ну вот, тогда вместо вот этих эпсилон вы будете получать набор L1, L2, L3 и так далее, LQ. LQ. Ну и таким же точным образом вы можете построить распределение по состояниям. P от L – это есть число случаев, когда вы видите систему в состоянии L, поделить на общее число случаев. Ну и при Q, стремящемся к бесконечности, вы получаете распределение по состояниям. Теперь чем это распределение лучше? Оно лучше тем, что вы теперь можете сосчитать любую величину, среднюю от любой физической величины. Потому что если вы знаете, что система находится в состоянии L, и вы считаете какую-то физическую величину A, вы берете эту величину, берете оператор, соответствующий этой величине, и считаете среднее значение его по этому состоянию. То есть два этапа. Сначала вы вычисляете квантово-механическое среднее по этому состоянию. Ну а потом, поскольку у вас эти состояния не фиксированы, а распределены, вы должны еще это все умножить на вероятность того, что вы в этом состоянии систему обнаружите. И вот это уже будет настоящее среднее статистическое для любой величины. То есть, видите, вам не надо вычислять, находить распределение для каждой физической величины. Вам достаточно будет, вот если у вас есть такое распределение по состояниям, то вы уже после этого все можете сосчитать. То есть все остальное уже известно, потому что сосчитать вот эти средние, это вам квантовая механика говорит, как найти. А затем уже вы пишете вот это среднее, вычисляете среднее значение для любой физической величины, которая характеризует систему. Теперь, значит, вот это один способ вычисления, построения вот этой самой распределения. Один способ, что вы делаете подряд много измерений, имеете одну систему и делаете много-много измерений и смотрите. Но поскольку понятно, что у вас эта система находится в контакте с окружающей средой, она не изолирована, то, в принципе, число состояний, вообще говоря, бесконечно. Потому что там любая энергия может быть. Ну, если система изолирована, тогда число состояний ограничено. Но оно очень, естественно, велико, как мы увидим дальше. Так вот, если вы будете так последовательно мерить, то пока вы переберете все состояния, этот процесс очень длинный. Поэтому удобно перейти от такого вот работы с одной системой и последовательными измерениями, удобно перейти к другому способу построения вот этого самого распределения. Значит, пусть у вас при энергии какой-то полной энергии Е имеется омега большое от Е в полное число состояний. Полное число квантовых состояний. Тогда давайте мы возьмем
не одну систему, а много систем. Ровно столько, сколько у вас есть состояний. Вот такое. Представляете? Ну, это очень большое количество систем. Экспоненциально большое. Даже, ну, в общем, мы увидим дальше. Вот. И будем делать измерения одновременно во всех системах. И тогда вот этим ряд измерений у вас будет сразу, вы, вот за одно измерение, которое вы делаете во всех системах, вы сразу получаете вот этот набор и можете построить распределение по состояниям. Так вот, такой набор систем, в которых вы делаете измерения одновременно сразу во всех системах, такой набор систем носит название «статистический ансамбль». Как мы увидим, это понятие нам будет очень удобно в статистике. Статистический ансамбль. И вот, вот такой способ усреднения, когда вы делаете измерения сразу во всех, и потом вычисляете величины физически вот таким образом, носит название усреднение по ансамблю. То есть у нас было раньше усреднение по измерениям, а теперь у нас измерение одно, но зато систем много. Но поскольку эти системы просто идентичны, это все одна и та же система, только копирована, много экземпляров одной и той же системы, то тогда результаты этого измерения, они фактически совпадают с результатом вот такого последовательного измерения в одной системе. Ну и тогда вот такой подход вычисления средних называется усреднение по ансамблю. Усреднение по ансамблю. Ну вот, на этом давайте, наверное, сделаем перерыв. И после перерыва будем разбирать конкретную систему, которая будет видно, что такое все-таки энтропия. Так, значит, давайте мы рассмотрим сейчас... вот такую систему. Значит, имеется, значит, ваше там твердое тело состоит из N частиц, которые имеют каждый магнитный момент мю. Магнитный момент мю. Ну и при этом частица имеет спин 1/2, поэтому магнитный момент принимает всего два значения. Равное плюс, минус мю. В общем случае у вас, ну, давайте я напишу так, мю, магнитный момент, может быть плюс, минус мю 0. Мю 0 – это магнитный момент атома. И тогда... спин 1/2, у вас он может принимать только два значения. Либо вверх, либо вниз направлен. Вот так. Значит, если у вас имеется n частиц, то давайте посмотрим, сколько состояний имеет эта система вообще. Ну, вычисляется это совсем просто, поскольку каждая частица имеет только два состояния, может, двух, то тогда все системы из n частиц будет иметь... 2 в степени n состояний. Тут нет вопросов. Я только хочу обратить внимание, что мы будем рассматривать n, ну, как минимум, порядка 10^20. Ну и понятно, что когда речь идет о 2 в степени 10^20, то это число, в общем,
так, уже близко к астрономическому. Но это нормальные вот числа, которые мы имеем с числом частиц в нашем твердом теле. Это очень большое число. То есть в этом смысле мы уже близки к термодинамическому пределу. То есть n можно считать, что оно стремится к бесконечности. Так, теперь нас будет интересовать состояние, у которого полный магнитный момент равен m большому. M большому. Почему нас интересует этот магнитный момент? Потому что если вы включите магнитное поле H, то тогда энергия взаимодействия есть минус магнитный момент умножить на магнитное поле. Я буду считать, что поле направлено по оси Z, поэтому здесь, прямо здесь будет только вот это M входить. То есть состояние с определенным M – это есть фактически состояние с определенной энергией. Состояние с определенной энергией. Вот нас эти состояния будут интересовать. Давайте посчитаем, сколько состояний вот этой системы имеют такую энергию или такой магнитный момент. Что значит состояние? Ну вот смотрите, если у вас есть вот... вот я рисую спины вот так... Значит, у вас тут, смотрите, два спина вверх, три спина вверх и четыре спина вниз. Значит, состояние минус мю ноль будет иметь магнитный момент. Теперь, что такое другое состояние с тем же магнитным моментом? Ну, например, такое. Вот этот вниз, а вот этот вверх, а все остальное то же самое. То есть нас не интересует место тех частиц, которые имеют спин, направленные вверх или вниз, а нас интересует только их количество. Поэтому, если вы введете частицы со спином, число частиц со спином вверх, такой буквой обозначите, и число частиц со спином вниз, такой буквой обозначите, то тогда магнитный момент есть n вверх минус n вниз умножить на μ0. Так что вот эта величина нас будет интересовать. Ну и мы должны пересчитать вот все вот эти состояния, которые имеют суммарный магнитный момент, равный заданному m. Теперь для того, чтобы считать его дальше, нам будет удобно записать вот эти немножко в другом виде. Давайте напишем, что величина n вверх есть n пополам плюс m, а n вниз будет равна n пополам минус m. Минус m. Ну и тогда вот этот магнитный момент, он прямо будет выражаться величиной 2m на μ0. 2m на μ0. Ну и m и n – это величины большие. Они, вот видите, такого порядка. Такого могут быть большими. Такого порядка. Ну вот, теперь, значит, давайте сосчитаем, сколько у вас состояний будет иметь заданный вот этот магнитный момент. Вот это заданное число m. Сколько состояний? С какими, ну, фактически, с какими способами вы можете составить из вот этого количества спинов вот такой магнитный момент? Ну, фактически, это означает что? Это означает, что вы должны из вот этого количества спинов выбрать те, которые смотрят вверх, но остальные тогда будут смотреть вниз. И надо сосчитать, сколькими способами вы можете этот выбор сделать. Но это, очевидно, просто есть число сочетаний. В этом смысле задача простая. Это школьная комбинаторика. И мы можем написать, что вот это число, которое мы будем обозначать через буквой G, от N и M, это равно N факториал поделить на n вверх факториал
Ну а тут, соответственно, будет n вниз факториал. Или это равно n факториал поделить на n пополам плюс m факториал на n пополам минус m факториал. Вот такое число. Но поскольку здесь, видите, факториалы вот таких чисел стоят, то с ними работать не очень удобно. Поэтому давайте мы в дальнейшем будем работать с величиной, которая есть логарифм вот этого самого g. То есть нас будет интересовать вот этот самый логарифм, натуральный, естественно, логарифм g от n, m. Ну, это есть логарифм n факториал минус логарифм n пополам мин плюс m факториал минус логарифм n пополам минус m факториал. Ну и теперь вопрос, как эти логарифмы факториалов вычислять, чтобы дальше что-то с ними сделать. Ну вот теперь для их вычисления мы воспользуемся тем, что у нас вот это n и вот эти числа, они все очень велики. Тогда что такое логарифм n факториал? Можно так. Логарифм n факториал, поскольку это произведение всех чисел от единицы до n, то логарифм произведения – это есть сумма логарифмов. Поэтому эта величина есть сумма от n равного единице до n логарифм n. Сумма вот этих логарифмов. Ну и теперь смотрите. Значит, у вас в этой сумме n меняется на единичку, и вы суммируете до 10 в 20. До 10 в 20. Ну, понятно, что эта единичка по сравнению с 10 в 20 можно считать бесконечно малой величиной. И тогда вот в этом пределе, когда n очень велико, эту сумму давайте перепишем так, что это есть интеграл там от чего там, от единицы до n, логарифм n dn. Логарифм dn. И этого при больших n, когда n стремится к бесконечности, этого нам будет достаточно. Вполне. Ну и логарифм, интеграл от логарифма считается элементарно. Это есть тогда n логарифм n минус n. Единицу я выкину, потому что единица по сравнению вот с этим числом не играет никакой роли. Так вот, у нас, значит, получилась формула, ну, фактически это формула Стирлинга. Но не точная. Точная формула Стирлинга содержит еще вот здесь такую величину. Плюс, надо дописать. Но она тоже приближенная, но она с более высокой точностью. Логарифм 2πn. Логарифм 2πn. Вот это точная формула. Ну, не точная, но это формула Стирлинга в таком в полном смысле, полученная. С более высокой точностью формула Стирлинга написана. Не точная, а более точная просто. Но, тем не менее, смотрите, если n у вас 10 в 20, то логарифм вот этот, но он не больше сотни. Ну, поэтому 100 по сравнению с 10 в 20 – это тоже величина пренебрежимая, поэтому мы вот эти члены, которые логарифмические, которые не пропорциональны n, а пропорциональны логарифм n только. Вот тут у вас, видите, n логарифм n, поэтому его надо удерживать. N есть, и тут есть n. А когда просто логарифм, мы их будем выкидывать. Вот в этом приближении дальше будем работать. Что у нас логарифм n вот, будет вот такой величиной. Так. Так, теперь смотрите. Ну, а тогда давайте мы вот этот самый логарифм так и распишем. Вот этот логарифм распишем. И вот это число состояний, вот это логарифм g, g. Распишем его вот таким вот способом. Это есть n логарифм n минус n минус
n пополам плюс m логарифм n пополам плюс m минус, так, плюс будет n пополам плюс m и минус n пополам минус m логарифм n пополам минус m, и здесь будет плюс n пополам минус m. Так, ну и в этом приближении мы видим, что члены, не содержащие логарифма, благополучно сокращаются. И в ответе у нас остается только логарифмический член. Логарифм g от nm есть n логарифм n минус n пополам плюс m логарифм, так, скобку здесь не надо, логарифм n пополам плюс m минус n пополам минус m на логарифм n пополам минус m. Вот это выражение. Так, теперь еще давайте сделаем следующее. Давайте мы из-под логарифма напишем это вот так. Значит, я напишу, что логарифм n пополам плюс m равен логарифм n пополам плюс логарифм единица плюс 2m поделить на n. Тогда вот этот n пополам на логарифм n пополам, вот этот n пополам, и вот этот n пополам на логарифм n пополам, они складываются и дают n логарифмов n пополам. И тогда вместе вот с этим, если вы их объедините, то у вас получится n логарифма 2. Получится n логарифма 2. Поэтому мы запишем, что это равно n логарифма 2. Так, а дальше, значит, у нас осталось вот это. Значит, осталось минус n пополам логарифм единица плюс единица минус 4m квадрат на n квадрат. Это когда вы берете вот этот n пополам и вот этот логарифм. Отсюда и отсюда. Они одного знака, поэтому логарифмы складываются. И тогда перемножаются вот эти единица плюс и единица минус. Получается вот эта величина. Так, а вот эти величины, они вычитаются. Вычитаются. Поэтому здесь будет следующее. Будет минус m логарифм единица плюс 2m на n поделить на единица минус 2m на n. Вот такое получилось выражение. Ну, а теперь смотрите. Теперь давайте мы будем предполагать, чтобы дальше работать, что у вас вот эта величина 2m на n у вас много меньше единицы. То есть вы находитесь далеко от насыщения, когда не все магнитные моменты повернуты вверх, а только малая их часть. Далеко от насыщения. Малая часть магнитных моментов повернута вверх. Избыток вот этот. Не малая часть, а избыток моментов, повернутых вверх, мал по сравнению с полным числом. То есть вот этот избыток m мал. Примерно
то есть означает, что примерно половина вверх, половина вниз смотрит, и только малая часть у вас, малая разность их отлично от нуля только. Тогда все это можно разложить, и ответ, разлагая вот эти логарифмы, вы получите ответ следующий. Вы получите, что это равно n логарифм 2 минус 2m квадрат поделить на n. Вот такой получится ответ, когда вы разложите. Значит, этот логарифм разлагается до первого порядка, а вот эти надо будет до второго разложить. А вообще нет, тоже до первого. Нет, не прав я. Тоже до первого, потому что еще на m умножается, и тогда складывается с этим, и получается вот такой ответ. Ну, это значит, что у вас число состояний g от n, m, есть 2 в степени n, это полное число состояний, а здесь оно умножается на величину e в степени минус 2m квадрат поделить на n. 2m квадрат поделить на n. Ну, это значит, что у вас, видите, наиболее максимальное число состояний будет иметь m равное нулю, максимальное число состояний при m равном нулю. Это означает, что у вас магнитный момент 0 в отсутствии магнитного поля. Максимальное число состояний m равного нулю. И я обращаю ваше внимание, что в нашем приближении это число совпадает вообще с полным числом состояний. То есть число состояний, когда у вас половина спинов смотрит вверх, а половина смотрит вниз, отличается от полного числа состояний только на величины порядка вот логарифма n. Логарифма n. С логарифмической точностью, то есть логарифма n. То есть таких состояний действительно просто мало. Ну и действительно, смотрите, как только вы отходите от m равного нулю, у вас экспоненциально убывать начинает число состояний. То есть состояние имеет резкий пик. Ну, мы можем посмотреть ширину этого пика. Ширина этого пика, она считается как? Ширина пика – это просто... Есть m квадрат средняя, среднеквадратичное отклонение от максимума. Поскольку максимум в нуле, то m квадрат средняя мы можем записать, опять же, в том же приближении. Мы должны сделать следующее. Мы должны сосчитать такой интеграл, числители мы должны сосчитать интеграл. Значит, m, в принципе, пробегает значение от минус. Можно писать от минус бесконечности до бесконечности, поскольку у вас n очень велико. Интеграл сходится абсолютно от экспоненты. Здесь стоит m квадрат e в степени минус 2m квадрат на n dm. И поделить это все на интеграл от просто экспоненты e в степени минус 2m квадрат на n dm. 2 в степени n сократилось. 2 в степени n, которое здесь было, сократилось. Ну, вот эти интегралы считаются элементарно. И ответ будет такой. Это будет равно n на 4. m квадрат среднее равно n на 4. Что это означает? Это означает, что вот эта величина, корень из m квадрат среднее, равна корень из n поделить на 2. Корень из n поделить на 2. Но тогда доля частиц, которые имеют такой избыток, доля вот этого избытка, корень из m квадрат среднее, поделить на полное число частиц, на полное число частиц. Но даже не на полное, можно даже на половину делить. В общем, все равно. Это будет равно единица поделить на 2 корня из n. И при n, стремящемся к бесконечности, эта величина стремится к нулю.
Это означает, что пик становится все более и более узким. И наше вот это вот приближение становится все, более, все лучше и лучше, когда n стремится к бесконечности при больших n. Так, ну вот, теперь, фактически тогда, тогда мы вот с помощью этой величины мы теперь можем определить вероятность найти систему с данным избытком m. Но эта вероятность, очевидно, будет равна вот это самое p от m, она будет равна вот это самое g от n, m, поделить на полное число состояний n, 2 в степени n. Ну и в нашем приближении это есть просто вот это экспонента. E в степени минус 2 m квадрат поделить на n. Ну, в принципе, у нас должна быть сумма по всем m от минус n до n равна должна быть единице. Но поскольку мы тут степенные члены не учитывали, мы можем просто здесь написать коэффициент какой-то, b, и потребовать, чтобы p от m интеграл от минус бесконечности до бесконечности dm был бы равен единице. Просто нормируем. Ну и тогда будет видно, что у вас эта величина b вычисляется очень просто. Это будет единица поделить, если я правильно помню, корень из 2пи n на e в степени минус 2m квадрат на n. Нормированная функция. Сейчас посмотрим, правильно ли я написал. Нет, неправильно я написал. Двойка не здесь. Здесь стоит корень квадратный из 2 поделить на пи n. Вот так. Вот теперь правильно. Поделить на pn. Вот это будет нормированная вероятность. И с ней мы можем вычислять теперь любые величины средние. Так, теперь, зачем нам это число состояний? Что с ним мы хотим делать? Давайте мы вот эту нашу систему, вот сейчас будет очень важный момент. Давайте нашу систему разобьем на две. Вот у нас была большая вот система. Мы ее разбили просто на две. Вот здесь число частиц n1, тут n2. Ну и тогда в этой системе у вас число состояний будет g от n1, m1, а в этой системе число состояний будет g2 на m2, g от n2, m2. Ну, поскольку у вас все эти системы независимы, то тогда полное число состояний, ну, я могу написать, что m2 равняется, здесь будет сразу m минус m1. Ну и будем считать, что n1 меньше, чем n2. Тогда m1 пробегает значение от минус n1 пополам до n1 пополам. И если мы возьмем теперь сумму по m1 всем, то мы получим прежнее распределение g от n и m. G от n и m. Ну это просто произведение независимых величин. Для каждого m1 вот этого существуют все состояния вот эти. Поэтому полное
полное число состояний, есть произведение, и мы должны просуммировать еще все возможности, все возможные выборы вот этого избытка в первой системе. Ну вот, а теперь будет еще одно важное утверждение. Значит, ну, считать эту сумму мы фактически не будем. Можно сосчитать. Можно взять вот это распределение и прямо проинтегрировать и получить вот этот ответ. То есть взять вон то же 2 в степени n минус 2m квадрат, проинтегрировать и получить вот этот ответ. Но мы сейчас поступим по-другому. Давайте посмотрим. Чему равен... Вот в этой сумме у вас много членов. Давайте посмотрим, чему в этой сумме равен самый большой член. Максимум. Максимальный член. Чему равен максимальный член в этой сумме? Значит, как мы должны максимальный член найти? Ну, мы должны взять, соответственно, g от n1, m1, g от n2, m минус m1, и дифференцировать по dm1 и приравнять его к нулю. Ну, понятно, что дифференцировать вот это мы не будем, а проще взять логарифм от него. Поскольку у вас эти функции все положительные, то максимум произведение отвечает максимальному сумме логарифмов. То есть максимум вот этого произведения такой же, как максимум вот этой суммы. G от n1, m1 плюс логарифм G от n2, m минус m1. То есть максимум находится в той же самой точке, что у той функции, что у этой. Ну, а его проще дифференцировать, потому что, смотрите, что мы имеем. Эта величина есть n1 плюс, минус, вернее, минус 2m1 квадрат поделить на n1 плюс n2, ну, n1 логарифм 2 еще надо написать. n2 логарифм 2 на минус, значит, тут минус стоит, минус 2m минус m1 в квадрате на n2. Значит, это есть n1 плюс n2, это есть просто n логарифм 2, ну и минус вот эту величину 2 m1 квадрат на n1 минус 2m минус m1 поделить на n2. Ну вот теперь, если продифференцируете в это выражение по m1, тут тоже квадрат надо написать, то у вас получится тривиальное линейное уравнение. Значит, получается 4m1 поделить на n1 минус... Значит, поскольку здесь стоит минус, то знак меняется, поэтому я просто напишу, будет равно 4m. Давайте мы эту величину минимальную будем обозначать с волной m, m минус m1 с волной поделить на n2. Значит, поскольку m минус m1 с волной – это есть m2 с волной, то у нас получается тривиальное утверждение, что m1 с волной на n1 должно быть равно m2 с волной на n2. Так, ну или если мы вот эти выражения подставим, найдем отсюда m1 из этого уравнения, значит, решая это уравнение, решение тривиальное, m1 с волной равняется n1 поделить на n умножить на m. Ну, соответственно, m2 с волной
это будет n2 поделить на n и на, умножить на m. Так вот, если мы теперь сложим вот эти два выражения, подставив, и найдем, чему равно логарифм от g от n1, m1 с волной, плюс логарифм g от n2, m2 с волной, то есть это просто максимальный член. Максимальный член, смотрим. Ну, если вы тут сложили их, то получится следующее, что это просто будет равно n логарифм 2 минус 2m квадрат поделить на n. То есть что мы видим? M квадрат поделить на m. Все, все, ничего больше не, нету. Значит, вот если все вот эти величины подставите, то у вас n1 и n2 сложатся в n. И останется вот такой ответ. Ну, а теперь, если вы посмотрите вот на выражение для g, то вы видите, что максимальный член в этой сумме, в нашем приближении, равен ей самой. Равен просто вот этой сумме. Это означает, что все остальные члены пренебрежимо малы. Они дают вклад только степенной, а не экспоненциальный. То есть мы удерживаем самые большие члены. Это вот опять же только работает предел n больших n. То есть мы работаем в области больших чисел, больших n. N стремится к бесконечности. Ну вот замечательный результат получился, что у нас вот в этой сумме, вот в этой сумме, мы можем оставить один член, и это равенство останется. Ну и тогда... Да, и это означает, что у вас, ну, вот тогда система как раз будет находиться всегда в состоянии вот таком, когда у вас m1 с волной выражено так, что равно такой величине, чтобы вот это равенство сохранялось. Ну и тогда мы можем сказать, что это есть состояние равновесия термодинамического. Состояние термодинамического равновесия. Тогда, ну и что мы видим? Да. Мы видим, что у нас еще есть вот логарифм числа состояний. У нас есть, как видите, в равновесии, когда вы выбираете m1 такое, что у вас выполняется вот это равенство в равновесии. В равновесии эта величина есть аддитивная величина. То есть, видите, мы логарифмы сложили и получили логарифм g. Получили логарифм g. То есть у вас вот эта величина, логарифм g, есть аддитивная величина g от n1, m1 с волной, плюс логарифм g от n2, m2 с волной, равно логарифму g от nm. От nm. С точностью до членов порядка логарифм n делить на n. Следующие члены мы просто выкидываем. В нашем приближении вот это выражение остается справедливым. Так, теперь да, а давайте вспомним, что у нас вот это m связано с магнитным моментом. И если у вас есть магнитный момент, то в присутствии поля величина магнитного момента характеризует энергию системы. Поэтому давайте просто мы его перепишем уже в более общем виде. Напишем, что логарифм g от n1 e1 с волной плюс логарифм g от n2 e2 с волной равняется логарифму g от em. Вот. Ну, если вы говорите об энергии, то у вас получилось, что логарифм вот числа состояний
системы при заданной энергии есть аддитивная функция в том случае, когда у вас, значит, выполняется условие равновесия. Условия равновесия здесь гласят, что условия равновесия здесь гласят, значит, как мы должны поступить? Если у вас система не находится в равновесии, система не находится в равновесии, то в общем случае у вас есть такое соотношение, что G от N E равняется G от N1 E1 умножить на G от N2 E2. Ну и в общем случае этот член не является максимальным. Не является максимальным. Тогда, если вы сосчитаете величину dg, то вы получите, что dg равняется dg1 по dE1 на g2 на dE1 плюс dG по d g от n2 e2 по dE2 на g от e1 на dE2. Это есть вот изменение. Условие максимума, чтобы мы хотим найти максимальный член, когда будет выполняться соотношение вот это. Вот это соотношение будет выполняться. Отвечает тому, что это dg должно быть равно нулю. Отсюда мы получаем такое вот интересное условие, что dg1 по dE1 деленное на g1. Но поскольку dE2 равно минус dE1, то тогда мы можем написать, что это равно единица на g2 d g2 по d e2. Ну или, переходя опять же к логарифму, это есть производная от логарифма, мы получаем такое интересное утверждение, что d логарифм g1 по d e1 равняется d логарифм g, g2, я буду обозначать его, по d, e2. И логарифм есть аддитивная функция в равновесии. Когда есть максимум, когда вот это условие выполнено, условие равновесия, то тогда у вас вот эта величина, логарифм, есть аддитивная функция. То есть сумма логарифмов числа состояний подсистем есть полный логарифм полного числа состояний. Ну а теперь давайте вернемся к термодинамике. Термодинамике. Что у нас было? У нас было соотношение, что если у вас там, ну здесь у нас объема нет, у вас было написано, что dE равняется T dS. Ну, минус ПДВ. Значит, объема нет, у нас объем фиксирован. Тогда что мы отсюда видим? Мы отсюда видим, что производная ДС по ДЕ это есть единица на Т. Единица на Т. И энтропия есть, во-первых, если вы работаете в единицах естественных, когда температура меряется в энергетических единицах, то энтропия там безразмерная. Что вот есть безразмерная величина, которая аддитивна. Теперь, что мы видим здесь? Мы видим здесь, вот есть логарифм числа состояний, который безразмерен. И тогда в условии равновесия системы, где эта величина максимальна, мы видим, что производная по энергии
от логарифма от одной подсистемы должна совпадать с другой. Ну, если теперь посмотреть вот на это равенство, то получается совершенно естественно, что если мы логарифм примем за энтропию, то тогда вот это равенство означает равенство температур. Таким образом, вот мы пришли к тому статистическому определению энтропии, что энтропия системы есть логарифм числа состояний. Логарифм числа состояний квантовых систем, которые система имеет при данной энергии. При данной энергии. Ну и тогда, естественно, условие равновесия возникает. А теперь смотрите, что дальше видите. Смотрите, что у вас получается. Что если вы возьмете энергии, которые не находятся в равновесии, то тогда у вас вот это произведение будет меньше, чем... Где у нас оно есть? Чем вот это. И равенство достигается только тогда, когда у вас достигнуто равновесие. Только для одного члена, когда система находится в равновесии, когда выполняется вот это равенство. Но это означает, что в равновесии вот эта сумма должна быть максимальна. Прямо вот из нашего построения мы видим, что энтропия, определенная таким образом, будет достигать максимума в равновесии. В равновесии она максимальна. И отсюда, дальше сегодня мы не успеем уже, отсюда дальше сразу будет следовать, что, скажем, теплопередача идет только от более теплого тела к более холодному. Просто из того, что у вас вот эта величина максимальна. Иными словами, что вот это вот ДЖ, что мы писали, оно всегда больше нуля. То, что ДЖ больше нуля в произвольном случае. Тогда отсюда сразу будет следовать, что у вас изменение энергии ДЕС определяется разностью температур. Разность температур. И отвечать будет тому, что к максимуму будет стремиться тогда, когда теплопередача идет от более теплого тела к более холодному. Значит, вот такие вот, видите, статистические соображения нам позволили определить, что такое энтропия и какой ее смысл, и почему она должна быть, видите, одновременно мы поняли, почему она должна быть максимальна. Вот это существенный момент. То есть одновременно вот из этого следует, что она должна быть в равновесии, должна быть максимальна. То есть условия равновесия есть условия максимума энтропии. Так, ну все.